Укладку плитки в районе городского стадиона практически завершили. Пешеходная зона теперь выглядит эстетично и эффектно. По такому тротуару и пешком, и на роликах, и на скейтбордах достаточно удобно передвигаться. Отказаться от асфальта и перейти на тротуарную плитку одного цвета предложил мэр Рената Усатый. Асфальт летом плавится, осенью имеет непрезентабельный вид. Пешеходные зоны необходимо приводить в порядок в первую очередь. Большинство жителей Бельц передвигаются общественным транспортом и пешком, поэтому тротуары – важнейшая часть городской инфраструктуры, сообщил градоначальник. Напомним, реконструкция тротуара вдоль улицы Штефан Чилмари производится на личные средства Рената Усатого. Это его подарок городу. Сам мэр ранее рассказал, что плитка хорошего качества с 10-летней гарантией. Выбрали такую интересную плитку, цвет мрамора, серый с черным бум. Комбинировать, очень хорошего качества, 10 лет гарантии на нее дают. Сам выбирал, она где-то даже как прорезиненная, вот на ощущение, то есть не должна скользить зимой.